Здравствуйте, в эфире ТВЛ и прямо сейчас о новостях нашего региона. Состоятельных стариков в России могут лишить пенсии. Как сообщает «Русская планета», соответствующее предложение поступило от Министерства финансов России. Речь идет о пенсионерах, чей доход превышает 500 тысяч рублей в год, около 42 тысяч рублей в месяц. В менее жестком варианте лимит предлагается установить на 1 миллион рублей. Эта мера может задеть порядка 90 тысяч человек. Кроме того, предлагается лишить пенсии тех, чей доход превышает 2 прожиточных минимума, примерно 22 тысячи рублей. В этом случае мера может задеть около 2 миллионов человек. В ведомстве пояснили, что с отказом от выплат можно будет сбалансировать федеральный бюджет на 2017-2018 годы. Областной осенний фестиваль скандинавской ходьбы для граждан пожилого возраста «Золотая осень» пройдет в Люберцах. Мероприятие состоится 27 сентября. Участником мероприятия может стать каждый желающий. На месте можно получить специальное оборудование. При этом для самых активных ходоков учреждены специальные номинации. В целом ожидается, в мероприятии примут участие свыше 500 человек. Фестиваль пройдет в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды». Годовой план по расчистке просек вдоль линии электропередачи в Московской области выполнили на 82%. Расчищено уже 4,5 тысячи гектаров. В ходе работы устраняются те насаждения, которые плотно прилегают к ЛЭП. Мероприятие проводится в целях безопасности. В случае непогоды такие деревья могут падать и обрывать провода, становясь причиной нарушения электроснабжения потребителей. В общей сложности в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду в текущем году в Подмосковье энергокомпании планируют расчистить 5,5 тысяч гектаров. Всего доброго и до встречи на ТВЛ.